У Сумах відбулася обласна універсіада з дзюдо серед вищих навчальних закладів. Побував там і я. Подробиці дивіться далі. В даних соревнованиях приймають студенти, дзюдоїсти всіх чотирьох вузів Сумської області. І представництво дуже високе, тому що один той факт, що на даних соревнованиях виступає 13 майстерів спорту України і 4 майстери спорту міжнародного класу. Зараз ми формуємо збірну для участі в всеукраїнських соревнованнях, всеукраїнської універсіади, яка пройде 25-27 апреля в місті Суми, в Манежі, і оттуда вже будемо дивитися. Розраховуємо, що костяком збірної України мужской, во всяком случае, будет студент СМДУ. Задача была больше попробовать новую технику, там, ну, почувствовать, что такое соревнование лишь, ну, еще раз. Я занял первое место, как и планировалось. В дальнейшем идет подготовка на чемпионат Европы взрослый, который пройдет 21 апреля. До этого будет еще один турнир в Польше, гран-при. Ой, не в Польше, в Турции. И после этого универсиада будет всеукраинская, а потом будем готовиться на чемпионат мира. Я боролся на сладку, и как раз соперник у меня был один, но он был не слабый. Это я с ним много раз уже боролся, поэтому сладка была не очень легкая, напряженная. Соревнования прошли хорошо, я выиграл. Через 20 дней я улетаю на чемпионат Европы. После чемпионата Европы, ну, еще все будет зависеть от результата на чемпионате Европы, но, скорее всего, я буду бороться на всеукраинской универсиаде и буду пробовать отобраться на всемирно. Загалом першими в універсіаді стали студенти СУМДУ. Срібло глухівських педагогів замкнули трійку призерів студенти Сумського педагогічного. Євген Перстенко та Віктор Лапченко на часі спорту.